А сейчас я прочту стихи Бойко Ламбовски, замечательного болгарского поэта, нашего современника, учившегося когда-то в Москве в Литературном институте имени Горького, хорошо известного болгарским читателям, переведенного на многие европейские языки. Его произведения изучают в университетах. Человек из глины. Доктор, что делать нам с глиняным человеком? Не хочет учиться. Глаза мои, говорит, теряются от букв. Глаза его и правда похожи на испуганные капли. К досаде военкомата не берут его в солдаты. Глубинный помет находят в его мозгах. Не годится он и в шуты. Плохо дрожит, дрожит направо и налево дрожит его улыбка. Доктор, что делать нам с глиняным человеком? Доктор подносит руку к колбу, и чело его земля после засухи. Не верит доктор в мастерство Бога. Сильный не верит слабому. Не верит рыба в объятиях сетей. Дерево не верит в поцелуй пилы. Живой не верит мертвому. Не верит доктору глиняный человек. Врачанский шансон. Ты была ли, не была ли, Ангелина, на земле? Сон ли розовый растаял, или молодость во мгле? С белой бабочкой-заколкой в белом платье ткани рипс служицею рано утром, захрустевший, словно чипс, с хулиганской помадой, с партой школьную в тату, сумасшедшим балдахином никотиновым в саду. 6 безумных стройотрядов, 3 танкиста у судьбы, 2 развода, 3 завода, за свободу 3 борьбы. Ангелина, точно птица, не заведшая гнезда, все, что было, то и снится, то и будет навсегда. В каменистом огороде перцы, груши, полслезы. Ангелина и не ропщет, и не ползает в грязи, не продаст и вновь не купит под дождливым алтарем. Не уехала в Канаду ни одна и не вдвоем. Ни одним стежком неловким не усилила надрез, и ни речью, и ни бомбой планетарный наш прогресс, не одела в черный траур, ни светила, ни святых, ни венцов себе, ни терней не присвоила чужих. Ангелина машет, машет, миг еще и отлетит, и ее сам Бог-младенец в вихре вальса закружит. Марина, наши праздники нам наказание. Наши праздники безжалостные, экзотичные солнца. Они восходят внезапно и внезапно заходят. И стыд обжигает потом виноватые лица. Марина, наши праздники — это обломки времен, когда сами мы были богами, а любовь — только опыт напоминания, что мы определенно смертны и неопределенно. Вот поэтому мы не должны разминуться, так как чудо разминулось с неверящими глазами. Дай Бог нам еще хоть минуточку поизумляться. Еще минуту дай Бог нам помолчать колокольно. Марина, наши праздники — стыд наш и срам. Они нас великими делают в жизни, а мы их делаем жалкими. И все же страшнее одиночество, страшнее всего лишь то, что я тебя люблю, что люблю тебя мало. 60-летние любовники. Я видел, как они в фойе отеля, отвыкшие от коллектива дети, идут, она в зеленом и в пастельном, он тихо напевая и фальцете. На них не глядя и улыбку пряча, поднимет бровь услужливый служитель и подмигнет носильчику, иначе, чем просто брякнет пошлое сожитель. Я видел эту царственность в походке, величие, что совсем иным субъектам присуще, но дано и этим кротким умение быть нарядными и в ветхом. О чем они молчат? Какая сложность в том, что любовь — одежда, не химера, изделие крылатых светлых ножниц, но часто нам она не по размеру. Или просто тихо, благодарно, нежно она вперед глядит и твердо знает, длинна зима в своей печали снежной в сравнении с тем, как липа отцветает. А страсть лишь кровь,
огонь метаболизма, или ангел, взявший нож у мясника, почти прозрачны, бестелесны в жизни, а они идут на выход сквозь века. Она игриво, тихо, еле-еле, смеется вдруг, сама собой горда. Я видел выходящих из отеля, из жизни так выходят навсегда.